Не допускать потери в сельском хозяйстве. Президент не раз озвучивал это требование. Речь шла и про урожай, и про поголовье животных, и про технику. Значительная финансовая поддержка сферы со стороны государства априори подразумевает бережное отношение к имуществу хозяйств. К сожалению, прислушиваются не все. В Гомельской области участили случаи возгорания сельхозтехники. Только в этом сезоне от огня пострадало 6 комбайнов. Один из них вспыхнул во время заготовки кукурузы на экспериментальной базе Пинчин. После остановки открыл люк, и здесь под люком, немножко в сторону кабины под кузовом, был виден огонь. Приступил к тушению пожара. Значит, самостоятельно он первоначально огонь сбил, но произошло повторное загорание. Проводили ТО, продували каждый выезд. Даже бывало и в поле продували, потому что сам комбайнер звонит. Ну, надо продуть. На помощь механизатору быстро приехала добровольная пожарная дружина самого предприятия. Признаются, иначе от комбайна остался бы только корпус. Сейчас технику планируют отправить на ремонт в областной агросервис. От искры вспыхнул и комбайн в хозяйстве «Дружба» Ветковского района. Во время уборки зерна солома попала на коллектор двигателя. Теперь техника не подлежит восстановлению. За 30 лет работы Павел Дорофенко впервые столкнулся с подобной ситуацией. Уже под вечер на комбайне сработал аварийный датчик. На экране у механизатора загорелось сообщение: повышена температура охлаждающей жидкости. С комбайна вышел, думаю, время порвало. Ничего не видно. Перелез туда, где мотор, ну, встал на крышку, оттуда огонь уже. Ну, был один огнетушитель. Не помогло. Второй комбайн подъехал, тоже был один. Ну, мало. А больше нечего было тушить. Цистерны с водой рядом с полем не оказалось. К прибытию МЧС спасать комбайн было уже бесполезно. В сложившейся ситуации аграрии винят сильный ветер, который привел к засору механизма. И добавляют, технике 14 лет. Фактически отслужила свое. Но ведь могла и больше. Регистрируются три причины, по которым происходят пожары. Первая – это механическое нарушение узлов и деталей. Вторая – невыполнение требований технического регламента. И третья – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Случайности или безответственность? По всем фактам сейчас проводятся проверки. После экспертиз виновные понесут ответственность. Но уже понятно, к трудовой дисциплине есть вопросы. Анна Корольчук, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомельская область.